Рудра! А вот и дрова. Хотя по правилам это должен делать священник, но на этой свадьбе жених все сделает сам. Что еще? Что? Да, огонь. Свадьба Рудры и Паро. Ты хотела выйти за меня замуж. Хотела, чтобы свадьба Рудры и Паро состоялась. Но не так. А? Что ты сказала? Можешь повторить? Не так, майор. А как? Теперь у тебя с этим проблемы? Ты надеялась, что все будет по-твоему? Нет. На этот раз все будет по-моему. По-моему. Я не хочу никакого балагана. На этот раз тебя ничто не спасет. Мы поженимся. Немедленно. Разве ты не этого хотела? Ну уже, давай. Позволь мне выполнить обряды. Отпустите, майор. Зачем? Что вы делаете? Мы поженимся, соблюдая ритуалы. Ты ведь этого хотела, да? Давай, начнем. Майор, отпустите меня. Нет, нет. Ритуалы. Давай выполним ритуалы. Давай. Вперед! Первый обход и первая клятва. Ты никогда не будешь ничего ждать от меня в обмен на свою слепую любовь. Вторая клятва. Так же, как ты не доверяла мне, так же и я не буду доверять тебе всю свою жизнь. Я тебя люблю, 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 я
Третья клятва. От этого красивого лица и этой изящной фигуры я всегда буду держаться подальше. Четвертый обход и четвертая клятва. Так же, как и я, был оскорблен, и никто не слышал крик моей души, когда ее ужасно унизили. Так же и ты будешь кричать всю свою жизнь, но тебя никто не услышит. Пятая клятва! Наш с тобой брак, Паро, будет подобен твоему самому страшному сну. Давай, идем. Шестая клятва. Мое упрямство будет ответом на твое. Седьмой обход. И седьмая клятва. Я никогда не принесу счастье в твою жизнь и не позволю тебе быть счастливой. Запомни это. А теперь восьмой обход. Специально для тебя, Паро. Рудра никогда не станет частью жизни Паро. Синдур. Ты ведь хотела нанести синдур на свой пробор. Мангал Сутра.
Поздравляю с импровизированной свадьбой. Миссис Рудра Протап, рановат. Аплодисменты. Большое спасибо всем за присутствие на этой свадьбе. Мистер и миссис Рудра Протап Пранават. Паро, что с тобой? Паро? Сонари, принеси воды. Несу. Поздравляю с импровизированной свадьбой. Миссис Рудра Протап Пранават. Аплодисменты. Большое спасибо всем за присутствие на этой свадьбе. Мистер и миссис Рудра Протап Пранават. Паро, что с тобой? Паро? Сонари, принеси воды. Несу. Вот. Паро, очнись. Дайте ей воды. Да. Ты в порядке? Что все это значит? Рудра спятил? Что же он натворил в гневе? Это неприемлемо. Брата еще нет. Если бы он был здесь... Если бы он был здесь... Разве это вообще могло случиться? Будь он здесь. Его план наверняка потерпел бы крах. Что ты имеешь в виду? Это заговор. Настоящий заговор. Эта девушка пришла сюда с намерением стать частью нашей семьи. Вначале Рудра, потом Сумер и снова Рудра. А что до Рудры? Видели, как он правил свою свадьбу, как только ему выпал шанс? Его отец ушел в храм. Он не поверил моим детям. А вы? Вы вообще не способны командовать кем-либо. Ваш уважаемый брат сейчас вернется. Он увидит все это и скажет: «О, что все это такое? Нет проблем. Кто старое помянет, тому глаз вон. Благословите их все и давайте подношения». Увидишь. В течение года здесь появится маленький мальчик или маленькая девочка, которая будет играть во дворе. Все. Игра будет закончена. Тогда все... Что это за чушь? Разве это чушь? Мне напомнить вам? Во дворе этого дома твой уважаемый брат предсказал, что его сын Рудра женится, и его внуки будут наследниками этого дома. Они будут командовать всеми нами, а мы будем работать на них. И сегодня... Сегодня для этого появилось веское основание. Чего вы все ждете? Идите внутрь! Я же сказала прямо сейчас. Идем, Митхай.
Парвати, милая. Что бы ни произошло, и как бы там ни было, сейчас всем нелегко. Но правда лишь в том, что... Теперь ты наша невестка. Ты часть семьи. И сейчас... В этом доме ты будешь принята, как и положено каждой невестке. Не переживай. Прошу тебя. Пойдем. Вставай. Пойдем, сестрица. Благословляю ваш брак. Будь счастлива. Нет, Паро. Мне совсем нечего тебе дать. Но пусть Господь даст тебе счастье. Будь счастлива. Теперь моя очередь. Входи. С правой ноги. Стой, стой, стой. Я сделал тебя невесткой этого дома, а ты все ритуалы выполняешь одна. Нет, так нечестно. Ты должна выполнять их все со мной. Миссис Рудра Пратапранава. Сынок, куда ты несешь ее? Она моя жена. Я женился на ней. И теперь нас ждет брачная ночь, дядя. Не переживай. Я не настолько пьян, чтобы уронить тебя на пол. Не переживай, миссис Рудра.
Это тост за мистера и миссис Рудра Пратап Ранават. Прошу, хватит. Вы много выпили. Мы только поженились, а ты уже начинаешь командовать мной, как жена. Помолчи, ладно, а? Это тост за мою работу в СБГ. Эй, куда собралась? Я женился на ней. И теперь нас ждет брачная ночь, дядя. Не переживай. Я не настолько пьян, чтобы уронить тебя на пол. Не переживай. Миссис Рудра. Это тост за мистера и миссис Рудра Пратап Ранават. Прошу, хватит. Вы много выпили. Мы только поженились, а ты уже начинаешь командовать мной, как жена. Помолчи, ладно, а? Это тост за мою работу в СБГ. Эй, куда собралась? Ты тоже выпьешь? Вам достаточно. Выпейте молока и идите спать. Так, садись. Садись. Давай вместе выпьем. Давай. Начинай. Если ты выпьешь это молоко, тогда я не буду пить это вино.